И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется Мид-Сити. Димоч, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. Димон, рассказывай за этот режим. Димон Покемон Учитель, поехали. Короче, здесь, как в джейлбрейке режиме, кто знаком с этим, а если кто не знаком, сейчас расскажу. В общем, здесь есть три стороны. Значит, полицейские, заключенные и супергерои. Мы должны, значит, убивать тех, кто сбежал из тюрьмы, то есть этих, и помогать полицейским. Вот, у нас есть 5 классов, очень крутых, Димас. Можешь протестировать сразу все. Я проверяю, ты рассказывай дальше. Короче, мой из глаз стреляет какой-то фигней. Ну, этот, я не помню, как он называется, это в Marvel есть такой. Здесь есть флэш. Здесь очень классно его сделали, так как он не только вот быстро бегает, так еще быстро бьет и может ходить, бегать по воде, Димас. То есть ты будешь плыть по ней, а я буду бегать. Так я сейчас тоже возьму, будем 2 флеша. Да-да-да, по-любому за флеша будем играть, потому что он самый жесткий, Димас, из этих всех. А что, какое у него умение? Он очень быстрый, и у него... Димас, дерись. А, он быстро бьет. Все, Диман. Как я, смотри, медленно, как я бью, видишь? Угу. А ты очень быстро. Я псих. Давай, Диманчик. Электрик, чувак, электрик. Да, можно заряжать телефоны мобильные. Пошли карту изучать. Сейчас. Вот такой челик есть, и вот такой он пуляется. О, так подожди, тут летающий есть, я хочу летающим быть. А я не знаю, какой тут летающий. Вот этот вроде улетал. Да? О, а, во! Летает. А как летать? А, Димас, кстати... 2 раза пробел! Я летаю, Димон. Да? А ты кого взял-то? 2 раза пробел и вперед. А, мы ж супергерой, елки-палки, точно. Я могу стрелять. Все, нифига себе, там война идет. Димон, давай, пошли воевать. Я буду летающим. Он быстро летает очень. Не, Димас, ты лучше флэш его возьми, он самый топовый. Флэш тоже летать может? Не, он быстро бегает. Он намного круче, чем этот. Ладно, пойдем. Пошли изучать режим. Это все хорошо, а изучать пойдем. Режим еще лучше. Иди сюда, ко мне. Смотри, кстати, когда заключенных убиваешь, с них падают деньги и опыт. За опыт тебе открываются какие-то умения вроде как. Так, здесь можешь набрать себе пушек разных там топов. Ага, денег нету. Я взял дробовик и так кучу. Я взял УЗИшку. Они нам вообще бесполезны, потому что у нас умения намного мощнее, чем это все. Ладно, дело. Побежали. Спускайся. Димас, видишь, ты ходишь вот так вот, видишь, я по воде плаваю. Я бегаю, у меня... Я как моторная лодка. Прикольно, да? И звук моторной лодки. А если ты остановишься, Димас, то все, ты плавать начнешь. Остановись. Не буду. Смотри, я хоп и плаваю дальше. А потом подпрыгиваешь и опять нажимай на шип. Все, прикольно. Очень классно. Хочу карту изучить. На М нажимай, Димас, то можно вызвать тачку себе, спавн. Видишь, спавн? Нифига себе. Вот, чувак себе вызвал самолет вообще. Комара! Да ладно, да как? Я могу себе в океан что-то вызвать. Вот лодку, Димас, я вызвала в океан с войны. Короче, пока мне доступна только комара и лодка, и все, больше мне ничего не доступно вызывать. Так, ну что, Димас, суперспособностями или так? Давай, садись ко мне. О, давай кто быстрее, кстати. О, точно, давай. Давай. На счет 3. 1, 2, 3. Давай, он вылез. Едь. Давай, 1, 2, 3. Едь, газуй, вперед. Че, Димас, догоняешь? О-о-о-о. Блин, ты меня погнал. Ну че там, Димон, где ты? Ах ты говно, еще издеваешься. Давай, я жду. Карта офигенно, Димон, поехали изучать. Это теперь она будет... здоровая. Садись. Здесь как бы мы на острове, так как мы супергерои, для нас сделали специальный остров. Ну садись чтобы... в машину, поехали. А, ну давай так, погнали. Могу? О, кстати, Димон, смотри, как тут... Да ладно. В джейлбрейке такого не было. А что я не могу ехать? Потому что... есть. А, мы можем убивать только заключенных, то есть своих мы не можем, полицейских и супергероев не можем трогать вообще. Карта красивая, Димон. Здесь также можно тачки покупать, как вот эти вот, какие-то себе тачки купил, и они у тебя навсегда будут потом. Воу, красота-то вот, какая. Мы уже в городе. Где-то здесь, короче, заключенные должны быть. Бандиты, короче. Здесь вроде не заключенные, здесь бандиты просто. И что, не похоже на джейлбрейк?
Видишь? Прикол. Сегодня Димас, я поплыл. Я Паша, за тобой. А, подожди, я не за рулем. Что за говно? О, круто. Знаешь, GTA 5 только бесплатно. Да-да-да, кстати, вот это прикольно, кстати, сделали. Катаемся, Диман, а волны делаем. А я лечу. Давай-давай, валим его. О, я попал, левел ра... ты видел, какой хедшот прописал? Не, я просто видел, что ты один выстрел сделал, и сразу чувака нету. Так, там еще грабили, пойдем в покерную, за мной. Все, лечу, Диманчик. Я прям между столбами могу пролететь. Кстати, по скорости вроде как мы как флэш... Не, флэш все-таки быстрее, да, флэш быстрее чуть-чуть. Мас, ты что-то тебя потерял, или ты меня потерял? Я вижу, давай. Я вижу, не бойся. Офигенно, жалко, что только одна способность. Смотри, там лодка плавает, неужели там люди настоящие? Сколько людей так, на сервере? Вот. Много. Вот покерная, Димас. Прилетаю. Слышишь, вот челики. Вот вижу. Давай улетим. О, маяк вдалеке, смотри, как круто светит. Не, я не вижу, меня не прогрузилось. Понял, летим. Давай, я гляну. Так, сейчас, может, тут какой-то движ будет. Может быть. А интересно, день и ночь тут, а погода меняется или нет? Не, ну я не особо много играю здесь. Так, я тебя жду. А, ты летишь. Да, все нормально. Дальше. Погнали дальше. Карта здоровенная. О, стоп. Я вижу луч чей-то. Вот это ж маяка, лети на луч. Классно. А, вижу маяк. О, ништяк. Да, он классный. Он опять пропал куда-то. Ну ладно, все, погнали. Крутой маяк, конечно. Это ты, Димас, там летаешь? Да. А луна здоровенная. Кстати, на фоне кто-то еще вдалеке летает, на фоне луны. Опа, луна ниже стала. Так, а можно как-то повысить этот график? О, да, я повысил чуть-чуть, у меня оно лучше. Тут, кстати, он не лагучий, я думал просто, что он лагает. Не, он классный. Я, Димас, на максималку. Машина едет. Так, стой, я тебя не вижу, я потерял. Не, на максималку я не могу играть, у меня начинает лагать. Вот, понял, я лечу к тебе, возвращаюсь чуть-чуть. Так, давай вот так вот на четверочку будем играть. Он на четверочку, кстати, стабильненько и получше видно стало. Дальше хоть и. Этот режим даже без записи можно поиграть просто. Для удовольствия. Так чисто полетать. Да, полетать, постреляться. Ну мы не стреляем, ну это... А, ну ты стреляешь, у тебя же это, да. У тебя же... А ты что, не стреляешь? У меня же электрошокер, типа я бью электрический... А у тебя на какое расстояние берет? Ну, такое, нормальное, прилично. Подожди, это не человек? Никого. Не, он, кстати, мощно бьет, но вроде недалеко. Давай высоко взлетим, я хочу посмотреть на карту сейчас. Давай. Так. Ого, солнце встает, прям тень. Воу. Я вижу, да, памятник даже есть. Очень круто игра смотрится и классно оптимизирована, не знаю, ну... Ребята, оцените масштаб. Этой карты просто масштабище. Сейчас я сделаю на секунду на максималку. Ого, ничего себе. Вижу чувака на вертике. Да. Колесо фортуны. Блин, а глобальная картишка-то, ёлки-палки. Так, я вижу вертик, попробую сбить. Это наш, наверное, вертик. О, вот вражеский вертик, Димас, белый тут. Внизу да. Который? Вижу врага. Он на вертике, Димас, этот враг. Он выбежал из верта. Я по нему шмаляю. Убил. Гаси его. Супергерои. Блин, мы спасаем город. Убили. О, мне 625 баксов дали. Ух, у меня уже 4500. Сколько у тебя уже? 700. Мне просто за вертолет дали уничтоженный. Я не знал. Офигенно. Машина едет. Не... Только это враг. Враги! А, это враг, гаси. Машину ломаем. Димон, летим за ним. Давай, гаси его. Ха-ха. 1075, Димон, уже. Короче, убили бабки его? Можно рубить. А мы его... Все, убили его. Блин, да мы реально спасители этого города. Мы психи. Ой, я попробую на столбе постоять. А, на столбе нельзя. А чё, он не... А, во-во, вот тут можно на столбе. Вот, Димон, смотри. А я тебе на голову сейчас... Можно чекать, короче, здесь
перекресток и мочить всех. А, Димон, тут же банк. По-любому будет сюда приезжать сейчас. Ждем. Ну лучше, конечно, лететь, Димас, мне кажется. Ну ладно, полетели. Так, никого. Тебе уже третий ранг, ничего вот, себе. Вот, бриллиантовую Димас эту ломают, быстрее за мной. Бежим, вот, бежим, летим, горит, то есть. Горит. Летим, да. А, по знаку бежим. Видно этот. Все, видишь, да, захватывают там, воруют. Быстрее, 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 быстрее. Флэш, видел, побежал, внизу бегает Флэш. Ага. Круто, да, смотрится. Энгри Панда, я вижу. Мы не можем, надо наверх, Димас, лететь, на крышу лети, они сейчас лети. Крыши пойдут. Вижу, вижу вертик их, не ломаем вертик. Не-не, вот, можно внутрь зайти через верх, Димас. Не, я их буду ждать на улице. Так, кто-то там по лестнице, на... по лестничке лезет. Так. Вижу врага. Его поломал кто-то. Опа, опа, там он бегает с пулеметом. По мне стреляет челик. О, отлично, Димас, мы справились. Нет, я врага преследую. А, я вижу, да, вас. Я сейчас бегу к вам. Я повысил ранг. У меня 4100 и третий левел. Димон, мне нравится, это класс. И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!